Такс. Что дальше? Дальше мы идем патроны для дробовика собирать. Так, сюда мы еще не заходили, да? Пусто. Так, тут лежат у нас твари. Нафиг, я туда суваться не буду. Так. По-любому под машиной сидит. Дом, да? А, нет, дверь закрыта. Ну, окей. Ух ты! Как так-то? Кругом одни подставы. С этими тварями надо поосторожней. Да я не спорю. Там кучка лежит, блин. Под машиной что-то мигает. Давай-ка. Ух ты. Но что ты? Ну да, так долго придется его мочить, я думаю. Ай-яй-яй. Да чтоб тебя! Из-за одного грыбаного патрона, блин.
Так, здесь вообще ничего нету. Электрический болт. Давайте. Точка резонанса. Да чтоб тебя, а! Ух ты, убежище. Кофейку сразу бахнуть. Отправиться в сеть отдела управления. Прокачались, так что так, отчет 00122, вербовка. Касательно вербовки и мью-центры, количество кандидатов, принятых через мью-центры, значительно превышает количество поступивших после медицинских тестов. Регистрация мью-центров как религиозных учреждений, не облагаемых налогом, позволила увеличить доход, который мы направили на отладку дополнений и адаптацию новых кандидатов. Мистер Уоллес применяет нейролингвистическое программирование, получая более стабильных и пластичных кандидатов на внедрение в STEM через предыдущие. Рекруты мью-центров также готовы порвать с семьей, что облегчает задачу юридического отдела Мебиуса. Больше никаких заявлений о пропавших родственниках. Рекомендую использовать процедуру рекрутинга через мью-центры в качестве стандартной для вербовки новых жителей города. Она чрезвычайно успешна. Дымовой болт. Этот арбалетный болт выпускает облако дыма, сконцентрированное вокруг места попадания. Иногда скрытность – лучшее оружие. Сбежать или совершить скрытое убийство. Проще, когда враг вас не видит. Улучшая дымовые болты на верстаке, вы получаете возможность скрытно убивать врагов, попавших в зону действия дыма. Так, а что у нас, верстака здесь нету, да? Не наблюдаю. Нету верстака здесь. Ну что, отправимся в сеть. Кажется, тут понадобится пароль. Пароль, блин. Где я достану пароль?
там кофе. Здесь где-нибудь нету. Блин, нормально вообще. Ну, значит, вернемся, если что, сюда. Так, нужен пароль. Так, ясно. Что, отправляемся сюда? Два патрона. Тут пять. Порох мы взяли, давайте еще вот эту возьмем. И отправляемся за деталями для снайперской винтовки. Опа-на, что там такое ходит? Там задымящаяся фигня. Ну пипец. Я на это вообще не подписывался, Я даже близко не хочу к ней подходить. Да ладно, она меня увидела, что ли? Вот мерзота, а? Что за нафиг? Че за фигня? Пипец. Это жесть какая-то, блин.
Надо сваливать отсюда вообще. Мне нужны эти детали, блин. Пипец, она как раз в том доме, блин. А нет, вон она. Попробовать поджечь. Да ей пофиг. Дети тут. Да ей вообще пофиг. Я, короче, не знаю, как ее, как от нее избавляться. Тупо валить, что ли, отсюда? Главное, больше ни единой души, кроме нее. Ух ты. Ну-ка, давайте-ка попробуем еще разок. Лежат, блин. Да чтоб тебя, а!
Так, и как же тебя урыть-то? Попробовать взрывающимися. Блин, увидела все-таки. Держи еще один. Живая еще. Да чтоб тебе, давай ты беги, а ну. Тут проснулись, блин. Что они там не слышат, не видят меня, нет? Ну, там еще куропатка эта бежит, блин. В мою сторону бежит, кстати. Да я вообще пофиг, по-моему. Блин, не успел. Да чтоб тебя. Ё-моё, а? Короче, полный Алис, блин. Просто болты. Ну ой, нафиг мне. Так, аптечки надо. Патроны для ружья. Хотя бы два, блин. Заряжи быстрее. Где
Детали для снайперской винтовки. Запчасти для ремонта снайперской винтовки. Если здесь есть детали для снайперской винтовки, значит, где-то должна быть и она сама. Эти детали подойдут к сломанной снайперской винтовке. А теперь, нафиг валим отсюда. Куда подальше? Подальше это значит идем в убежище. Показалось, что-то лежит, что ли? И сохраняемся.